Если сердце болит в вашей груди, а глаза прикрыты слепящими черными занавесями печали, так что солнечный свет кажется вам бледным и прокаженным, отправляйтесь в городок Галвей, в местности с тем же названием, в ирландской провинции Коннаут. В сером старом городе племен, так его называют местные, таятся сонные чары успокоения. Это похоже на колдовство. И если в ваших жилах течет кровь уроженца Галвия, ваше горе медленно растает, словно сон, оставив лишь сладкие воспоминания, похожие на запах увядающих роз. И неважно, как далеко вы от родины, в старом городе исчезают все печали. Он дарует забытье. А еще вы можете побродить по Коннаутским холмам и почувствовать соленый и резкий привкус ветра Атлантики. И прежняя жизнь покажется тусклым и далеким миражом. И все ваши радости и горькие печали не более реальными, чем тени облаков, пролетающих мимо. Я приехал в Галвей, чувствуя себя раненым зверем, приползшим в свое логово среди холмов. Город моего народа на первый взгляд выглядел разоренным, но не казался мне ни чужим, ни иностранным. Похоже, он радовался моему возвращению. С каждым днем края, где я родился, были дальше и дальше, а земля моих предков становилась мне ближе. В Галвей я приехал с болью в сердце. Моя сестра-близняшка, которую я любил как никого в мире, умерла. Она ушла из жизни быстро и неожиданно. Мне все это казалось ужасным. Вот она смеется рядом со мной. На устах ее играет радостная улыбка, сверкают ее серые ирландские глаза. А вот ее могила, заросшая горькой травой. О, Боже, не оставь своего сына в одиночестве. Черные облака, словно саван, сомкнулись надо мной, и в тусклой земле, граничащей с королевством безумия, я был один. После смерти сестры я не проронил ни слезинки. Я ни с кем не хотел разговаривать. Наконец ко мне зашла моя бабка, огромная мрачная старуха с суровыми внимательными глазами, в которых можно было прочесть все горе ирландского народа. «Отправляйся в Галвей, парень. Съезди на древнюю землю. Быть может, твоя печаль утонет в холодном соленом море. Может, люди Коннаута залечат твои раны». И я отправился в Галвей. Люди, жившие здесь, все были из старинных семей. Мартины, Линчи, Дены, Дорсы и Блэки, Кированы. Семьи 14 великих родов правили Галвеем. Я бродил по долине и среди холмов, разговаривал с дружелюбными, причудливыми людьми, многие из которых говорили на добром старом ирландском, на котором я сам говорил не очень. Там же, однажды ночью, на холме у пастушьего костра, я вновь услышал легенду о Деймоде О'Коннере. Пока пастух с колоритным местным акцентом, сплетенным со множеством гальских фраз, пересказывал эту ужасную историю, я вспомнил, что моя бабка рассказывала мне ее, когда я был ребенком. Но я забыл большую ее часть. Краткая история Деймода такова. Деймод был предводителем клана О'Коннеров, но люди звали его Волком. В старые дни О'Коннеры стальной рукой правили Коннаутом. Они правили Ирландией вместе с Обринами, жившими на юге в Манстере, и О'Нейлами на севере в Ольстере. С Орурками они сражались. Макмюрре из Лейнстера, это был Деймод Макмюррей, выгнали из Ирландии, когда он носил фамилию О'Коннор. Он прибился к крепкому луку и его нормандским авантюристам. Когда Эрл Пемброк,
люди звали его Крепкий Лук, высадился в Ирландии, Родерик О'Коннор уже стал королем Ирландии. Клан О'Конноров – яростные воины-кельты, отважно боролся за свободу, пока их армия не была разбита ужасными нормандскими захватчиками. Увяла слава О'Конноров. В старые времена мои предки сражались под их знаменами, но каждое дерево имеет хотя бы один гнилой корень. Каждый великий род имеет свою черную овцу. Деймот О'Коннор был черной овцой своего клана. И чернее не бывает. Он поднял руку против своего народа, против своего собственного рода. Деймот не был вождем, не сражался за корону Эрима или за свободу своих людей. Он был грабителем, чьи руки запятнаны кровью. Ограбил он как норманнов, так и кельтов. Он совершил рейд на поле и принес огонь и смерть в Манстер и Лейнстер. О'Брины и О'Кэролы прокляли Деймода, а О'Нейл охотился за ним, как за волком. Деймод оставлял за собой кровавую дорогу разрушений. Его банда сильно уменьшилась. Многие бежали, многие погибли в сражениях. Оставшись в одиночестве, Деймот прятался в пещерах среди холмов, резал одиноких путешественников, как овец, чтобы утолить жажду крови, и опустошал дома одиноких фермеров и хижины пастухов, насиловал женщин. Разбойник был огромным человеком, и легенды говорят о нем, как о каком-то невероятном чудовищном создании. Должно быть, и впрямь он был таинственным и ужасным. Но в конце концов смерть нашла и его. Он убил юношу из клана Кирована, и Кирваны приехали из Галвея, желая отомстить. Сэр Майкл Кирован встретился с разбойником один на один среди холмов. Сэр Майкл был моим предком по прямой линии. Его фамилию я ношу. Они сражались один на один, и дрожали холмы, ставшие свидетелями их ужасной битвы, пока звон стали не долетел до остальных мужчин клана Кирована, и те не поскакали в холмы в поисках сражающихся. Они нашли тяжело раненого сэра Майкла и мертвого Деймода О'Коннора. У разбойника была отсечена рука, и страшная рана зияла в его груди. Но переполненные яростью и ненавистью, Кирваны затянули петлю вокруг шеи бандита и повесили его на огромном дереве на краю утеса на берегу моря. «И», — продолжал мой друг-пастух, перемешивая угли костра, «крестьяне запомнили это дерево и назвали его на датский манер погибелью Деймода. Люди часто видели там по ночам огромного разбойника». Он скрежетал огромными клыками, кровь лила из его плеча и груди. Он клялся наслать проклятие на всех Кированов и всех их потомков. Так что, сэр, не ходите ночью к утесу над морем. Ведь именно вас и ваших родственников он ненавидит. Если хотите, можете смеяться, но призрак Деймода О'Коннора — волка. Появляется там безлунными темными ночами. У него огромная черная борода, горящие глаза и здоровые клыки. Пастухи показали мне дерево погибель Деймода, странное, напоминающее виселицу. Сколько сотен лет простояло оно там, я не знаю, потому что люди в Ирландии живут долго, а деревья еще дольше. Поблизости от погибели Деймода не было других деревьев. Утес, на котором оно стояло, вздымался над морем на 400 футов. Под ним были лишь синие волны, морская пучина. Часто ночами, когда над миром царила тьма и тишина, я бродил по холмам. Ни разговоры людей, ни шум не нарушали моего одиночества. Черная печаль сжимала мое сердце.
Я бродил по холмам, с вершин которых звезды казались теплее и ближе. Часто мои спутанные мысли обращались к звездам. Я думал, какой из звезд стала моя сестра, если, конечно, она стала звездой. Однажды ночью мне стало просто невыносимо тоскливо. Я поднялся с кровати. Время от времени я останавливался в маленьких горных гостиницах. Оделся и отправился побродить по холмам. В висках у меня ломило, и словно тиски сжимали мое сердце. Моя душа бессловесно взывала к Богу, но плакать я не мог. Я чувствовал, что должен плакать, иначе сойду с ума, потому что ни одной слезинки не проронил я с тех пор. В общем, я шел дальше и дальше, и как далеко я забрел, я и сам не знал. В небе горели звезды, но от этого мне было ничуть не лучше. Сначала я хотел кричать, выть, биться о землю, рвать траву зубами. Потом это прошло, и я побрел дальше, впав в транс. На небе не было луны, и в тусклом свете едва различимые деревья и холмы казались странными темными тенями. С их вершин я увидел огромный Атлантический океан, лежавший словно темно-серебристое чудовище. Я слышал слабый гул прибоя. Что-то мелькнуло передо мной, и я подумал, что это прошмыгнул волк. Но уже много-много лет в Ирландии нет волков. Снова я увидел это существо, длинную низкую тень. Механически я последовал за ней. Теперь я разглядел впереди утесы, обрывающиеся в море. На краю одного из них стояло огромное одинокое дерево, во тьме напоминающее виселицу. Я подошел к нему. Когда я приблизился к дереву, над землей поползли клочья тумана. Непонятный страх охватил меня, но я продолжал смотреть. Тень стала четче. Тусклая и бархатистая, словно лоскут подсвеченного лунным светом тумана, без сомнения, по форме она напоминала человеческую фигуру. А лицо... Я закричал. Смутно различимое лицо любимой сестры плавало передо мной, похожее на клок тумана. Я разглядел массу темных волос, огромный чистый лоб, красные чуть изогнутые губы, серьезные мягкие серые глаза. «Мойра!» — в выступлении воскликнул я и метнулся вперед. Мои руки потянулись к ней, сердце ушло в пятки. Она поплыла прочь от меня, словно клочок тумана, уносимый морским ветерком. Казалось, она плывет в пустоте. В слепом порыве, пошатываясь, помчался я к краю утеса, а потом, словно человек, пробудившийся ото сна, я увидел сверкающие сотнях в 4 футов внизу острые скалы. Я услышал, как яростно бьются о них волны. Когда я почувствовал, что теряю равновесие, мне явилось видение. Оно было ужасным. Огромные, похожие на клыки, зубы сверкали сквозь спутанную черную бороду. Под нависшими бровями горели ужасные глаза. Кровь текла из плеча и ужасные раны на широкой груди призрака. «Деймат О'Коннор!» — воскликнул я. «Волосы мои встали дыбом. Изыди, ищади ада!» Я откачнулся от края, стараясь избежать падения, ведь смерть ждала меня среди скал 400 футов ниже. И тут мягкая маленькая рука схватила меня за запястье и оттащила назад. Я упал спиной на мягкую зеленую траву на краю утеса, а не на острые скалы среди волн, что ждали меня, свались я вниз. Да, я знаю, я не мог ошибиться. Маленькая рука отпустила мое запястье.
ужасное лицо, висевшее над краем утеса, исчезло. Но именно эта маленькая рука спасла меня от смерти. Как мог я не узнать это прикосновение? Тысячи раз чувствовал, как моя сестра мягко касается моей руки, сотни раз держал ее руку в своих ладонях. Ах, Мойра, Мойра, и в жизни, и в смерти ты всегда помогала мне. И теперь, в первый раз после ее смерти, я заплакал. Я лежал на животе и плакал, утопив лицо в ладонях. Я изливал боль моего израненного, ослепленного, измученного сердца, пока солнце не поднялось над голубыми холмами Галвея. И, скрывшись за ветвями погибели Деймода, не засияло странно и по-новому для меня. Все это приснилось мне? Или я сошел с ума? Правда ли то, что дух давно умершего разбойника провел меня по холмам к утесам под дерево смерти, а потом призрак моей сестры спас меня от смерти? На самом ли деле рука моей мертвой сестры поддержала меня в тот момент, когда мне угрожала смертельная опасность, выдернула меня из объятий смерти? Верьте или не верьте моему рассказу, как хотите. Все было так, как я рассказал. В ту ночь я видел Деймода О'Коннора. Он привел меня на край утеса, а мягкая рука Мойры Кирован оттащила меня назад. Ее прикосновение освободило замороженные каналы моего сердца и принесло мне покой. Стена, отделяющая мир живых от мира мертвых, тонкая вуаль. Я-то это знаю. И я уверен, что любовь мертвой женщины победила ненависть мертвого мужчины. Я уверен, что когда-нибудь, перейдя в иной мир, я снова возьму за руку свою сестру. Это Роберт Ирвин Говард, американский писатель 20 века, первой половины 20 века, и небольшой рассказ, он называется «Погибель Деймода».